Чесноком. Mm. Это такое тупое лицо, на самом деле, когда мы фоткаемся. У нас, я понимаю, какие у нас лица, просто мы тоже фоткаемся сами. Ну, куда смотреть? Ну, мы профессионалы. Вроде там фотки, видео, а это так, типа, энергозатратно. Зато улыбнись, пост... это очень тяжело. Твоя улыбка — это стиль, ты приятная, слезы не нужны, не надо так, искренний посыл, ты приятная, приятная, ты приятная. С открытым сердцем вы заключаете ваш союз. Прошу ответить вас, Виктор. Ваш ответ, Анастасия. Ваше взаимное согласие дает мне право ваш брак зарегистрировать. Поле боя, появлюсь и докажу, что я тебя достой. Заранил ты, я тебя что за Ну, а как вы думаете, самое любимое, да, вот что делает Настя для Вити? Вот Витя это обожает. Он говорит, боже мой, вот пост... готовит, не совсем, там все гораздо интимнее. Близко, но не совсем. Итак, вот он, ну, сразу вы начали про раздевание и так далее. Это интимная часть, да, такое не абы с кем не согласишься делать. Итак, друзья мои, вот эту фразу Настя всегда выполняет, а Витя сразу такой, ой, как здорово, как классно. Итак, есть какие-то варианты? Браво! Погладь мне спину! Yes! Встречаем лучшая пара России! Погромче, погромче, это последняя соль в вашей жизни.
the only way to start. Нужно взять перед собой шар. Возьмите его. Представьте, что он у вас есть. Сейчас я найду что-нибудь. На счет три вам нужно его лопнуть. Раз, два, три. Вот так никогда не лопнем. Это вообще дохлый номер. Я хочу звездой. А не просто. Ты уехал? Милые дети, сегодня вы сделали важный шаг. Вы создали семью. Желаем вам искренне долгих, семейных, радостных лет. И пусть ваша семейная жизнь строится на любви, доверии, понимании и уважении друг друга. И пусть все, что вы задумывали, все, о чем мечтали, у вас сложится. Ну а мы с папой будем рядом, всегда вас поддержим. Совет вам да любовь. По принципу, за кого последним положат, покладут, либо опустят купюру, тот и будет первым. Мальчик будет первым, друзья мои! Три! Yes! Дорогие наши Витя и Настя, пусть вашими спутниками всегда будут вера, надежда и любовь. Всегда друг другом дорожите, оберегайте и любите. Мы вас всегда поддержим, всегда рады видеть вас в нашем доме. В этом зале присутствует человек, у которого чувства единовременно борются в сердце и в душе. Анастасия, приглашай на правах главной королевы этого праздника своего любимого папу на танец отца и дочери. Букет один. Именно так. Как я и говорил, бросать его ни в коем случае не будут. Никаких варварских методов. Что будет происходить? Сейчас будет происходить самая настоящая свадебная рулетка. Кому-то из вас повезет максимально. Ну, сейчас мы проверим, насколько вы готовы больше крутиться. В виде эстафетной палочки вам будет вручена от Виктора бабочка. Бабочка жениха. Хотел сказать спасибо вам, родители, что всегда нас поддерживали, никогда не отворачивались, всегда были за нас. Всегда нам помогали, несмотря ни на что. Мы вас очень сильно любим. Живите вечно, ну и счастливо, да, спасибо. Да, я хочу сказать спасибо всем гостям, что сегодня нашли время, ресурсы, силы прийти сюда к нам на праздник, поздравить нас, разделить этот день с нами. Большое вам спасибо, вы самые-самые лучшие. Было. Тогда отлично, надо слезать нас.